На фоне санкций, проблем с логистикой и подорожания импортной рыбы отечественные рестораторы уже готовы перейти на мурманскую семгу вместо форерской. Заместить в полной мере пока невозможно только креветки, и в связи с санкциями придется увеличить производство собственных кормов, перестроить цепочки поставок. Российские рыбаки полностью обеспечивают отечественный рынок рыбы, и дефицита точно не случится. Отрасль работает в штатном режиме, серьезных сбоев нет. Уже выловлено рыбы на 3% больше, чем в прошлом году, рассказали в Росрыболовстве.